как затопило лесенки. Затопило, видишь? И наводнение. Это набережная канала Грибоедова. Вот какие стоят яхточки. Голландец. Вот такое наводнение от сильного ветра. Может, еще ниже спустимся? Вот сколько еще ступенек. Несколько. Три ступеньки затопило. И вот этот. Набережную затопило. От сильного ветра. Туда не спустишься к воде. Можно на ступеньках посидеть. Ну вот, не спуститься туда. Только в воду можно наступить. Там тоже спуск в воде. Люди сидят на ступеньках там. Дома приклеены друг к другу. Какая лодочка? А здесь затопило в Петербурге набережные. Вон там лесенку даже затопило. Вон мужик ловит рыбу в воде. Стоит. Туда не спуститься. Кто плыть собирается? А здесь разве можно покататься, садиться? Или они просто тут стоят? Это тут... Я хочу подойти поближе. А, вон, с той стороны можно вот тут, где вот катер стоит, он сейчас едет. И можно... Там сидят двое. Ну и пусть сидят, я подойду, сзади сниму.
как наводнение, как все затопило. Все листья. Как будто поплыл, видишь? А куда он поплыл? Домой. Помаши ему рукой. А где, а тут есть спуск к воде? Здесь. И вот это белые ночи. Сейчас сколько сейчас времени-то? Полдесятого. Полдесятого. И так светло, как днем. Светло, как днем. Потому что летом в Петербурге белые ночи. Куда он поедет? А что он стал там? Вон как затопило там от ветра. Я хочу к воде спуститься. Тут тоже лодочка. Можно. Давайте прыгнем сюда в лодку. А? Слышишь? Прыгай. А тут затопило? Тут тоже затопило, видишь, помню. Даже на катер не зайти. Там а как они заходят? Вон какие-то дощечки сделаны. Не, почитай, как мост называется. Пролет ночью. Как мостик называется? Посмотрите. А? Как называется? Псяной мостик? Да, вот сюда это хотите. Да, да. А тут мы уже сделали более или менее, чтобы могли найти. Затопило вот как. Вон, с башней.